Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем в Bendy and the Ink Machine, то есть Bendy, чернильная машина. Давайте же начнем первую голову. Так, новая игра. Так, почему-то она у меня на английском, хотя должна была быть на русском. Так, сейчас начнем играть. Что у нас тут? Что у нас здесь? Что-то у нас черный экран. Так, FPS до 3 просел. Глава первая. Так. Итак, Джо. Я... Так, подожди. Пипец. Да, моя железка опять не хочет тянуть игры. Я здесь. Посмотрим, получится ли найти то, что ты хотел мне показать. Так, давайте продолжим. Я тут все аккуратнее сделал. И теперь давайте... Все правильно, блин. Кажется, они снесли несколько стекла. У нас была раскрыть секрет Джоуи. После того, как я ушел. Похоже, им потребовалось несколько человек, чтобы заменить меня. Сами читайте, мне лень читать. Так, давайте сейчас все двери откроем. Это у нас закрыто, тоже закрыто. Так, спейс, чтобы прыгнуть. Ага. Этому лифту не помешало бы несколько сухих батареек. Так, сюда как... Так, во. Вот одна и вот вторая. Две батарейки у нас уже есть, это уже очень хорошо. Давай-ка посмотрим, что ты прячешь там внизу, старый друг. Да, тут едет всё. Вот она сама, эта чернильная машина. Капец, громко! Капец. Это все чернильная машина. Новая цель, чернильная машина. Так. У нас сейчас... Сейчас. Сейчас цель включить эту машину. Ага, дверь открылась. Так, давайте тут поищем. Так, Бенди, здорово, братан. Как вот, знаете, сейчас, может, тут и другие двери открылись. Ага. Вот эта дверь открылась. Тут вот у нас Борис. Стал. Блин, как плохо, что я не знаю английский. Блин. Тут дверь. Дверь закрыта. Все закрыто, ё-моё-то, как? Все закрыто. А вот мой старый стол. Вот мой старый... Сколько времени я потратил за этим стулом? А, то есть, само Бенди, то есть чернильная машина, это мультики делают тут. Да ну, ты что? В 90-е мультики делали, то есть их рисовали вот так, а потом вроде фоткали и по кадрам делали. Ну, Gacha Life на минималках. Так, ладно. Тут у нас и прыжки есть. Только вот что мне... Вот тут я еще не был, кстати. И тут жестко проседает FPS. Ну-ка, давайте тыкнем. Вот, что-то я включил, да? Не, нифига я не включил. Микрофон. Так, что у нас тут есть? Продолжаем. Отсюда я вернулся, да? Ну, я то есть вообще отсюда пришел. Что делать? Ой. Какую-то пластинку нашел. Ну, тут еда у нас лежит. Да хватит, убери ты это говно с меня. Так, мы тут были? Ж под трубом побегать. Это закрыто, да? Может быть, волшебным образом она открылась. Может быть, их надо брать. А!
Ух ты, ё-моё, я куда-то пришёл. Боже мой, Джо, чем ты тут занимался? А, это Борис. А, ты заменил его органы. Их, бедный Борис. Да, из-за этого у нас упала палка. Ух. Отлично. Ой. Как заставить там, это работать? Низкое давление, надо починить. Подожди, у него ключ там в грудке лежало. А! Кто это сюда положил? Кто его положил сюда? Косточка какая-то. Так, я взял какой-то ключ. Что мне теперь с ним делать? Давайте, это вообще тут? О, какая-то игрушка. А, все, я понял, что надо. Давайте тут, может быть, тут что-нибудь будет. Нужно найти объект, ну, типа предметы, которые нам надо поставить. Они должны чем-то выделяться. Вот это открывается, нифига. Я нашел ключ и куколку, игрушку. Поиграть. Давайте, так, ключ надо вот сюда, вот сюда. Теперь нам надо еще 5 штучек, или не 5, а 4. 4 штуки надо найти. Подожди, там есть кость? Нет, нету. Нам надо найти какую-то музыку, какое-то зелье, шестеренку и книжку. Где взять книжку, я вообще не знаю. Так, это открывается? Да, это открывается. Нам надо внимательно искать и найти книжку. Все такое открытое, и ничего этого не надо. Так. Давайте сейчас, на всякий случай. Back to the old grind. О, а книжку нашел. Ура! Удалось найти какую-то шестеренку. Зелье какое-то. Да, я не могу пройти. Что там осталось? Найти шестеренку. А, шестеренка у меня есть, типа. Типа, что? Запутано. Блин, а заблудимся в этих катакомбах. Так, тут нету никакой шестеренки. О, во, музычка, музычку нашел. Музыку нашел. Осталось найти какую-то шестеренку. Только где мне ее взять? Закрыто все, закрыто все, я не понимаю, что мне делать. Так, я не... Может быть, я нашел шестеренку? Так, здесь... Может быть, тут шестеренка есть. Нет, тут только как мультики создают. О! Я нашел какое-то зелье! А сейчас я хочу порекомендовать вам канал Love330. Да, это мой друг, одноклассник, который снимает классные ролики. Тут выходят даже коллабы со мной. И так что советую вам зайти на его канал и поставить лайки на видео, и подписаться. И у него очень интересные ролики, как про Роблокс. У него даже ролик набрал целых 19 тысяч, это ж капец. И у этого человека уже почти 100 подписчиков, так что советую вам подписаться на его канал. Все, всем пока. То есть все. Приступаем к новому ролику. Приступаем к Бенди. Надо? Нет. Я зелье нашел, это очень хорошо. Я, короче, проседал вот из-за этого FPS. А ты за... Так что мы ее лучше отключим. Ну, шестеренка сто пудов должна где-то тут быть. Ну, это ж не просто так, тут шестеренки крутятся. Тут сама чернильная. Ой, долбоёб. Так, может, у тебя, Борис, тут шестеренки какие-нибудь есть? На тебе ничего нету? Так, книжку. Шестеренки у меня нет. У меня есть зелья и музыка. А вот шестеренки-то у меня нету. Так, ну стопудов тут должна быть шестереночка какая-нибудь. Нет? Так, мы еще тут... Ах ты ж пан. Хорошо, это все. Вот где она лежала все это время. Не родной, что ли?
Теперь мне просто надо как-то заставить чернила течь. Где-то здесь должен быть выключатель. Потом я смогу включить основное питание. Так, но я даже знаю, где. Вроде я... Вроде. А, я заблудился. Так, вон там она. Вот тут где-то должна быть. Ты чё? Я обосрался тебя. Капец ты. Убегаем отсюда. Так, готово. Да. А, вроде она уже включилась, побежали к ней. Как можно было обосраться, блин, что ко мне, на меня выскочила эта хрень с угла. Я не знаю, чьё, просто обосрался. Бежать из мастерской. Куда бежать? Куда бежать? Кто за мной бежит? За мной... Капец! Куда? О! Становить под топ чернил. А! Берем бе... Что? Что это? Блин, чё он выскочил так? Блин, ладно. Всем спасибо за просмотр. Давайте на этом моменте закончим. Да, всем спасибо за просмотр. Да, всем пока.